Беременность – самый ответственный и волнительный период в жизни женщины. Будущие мамы стараются запечатлеть каждый день ожидания малыша. Молодежный центр предлагает саровчанкам поделиться счастливыми моментами и принять участие в ежегодном конкурсе «Красота в положении». Нет, наверное, ничего более прекрасного, чем женщина, которая находится в положении ожидания появления маленького чуда. Вообще, конечно, ожидание маленького человечка – это радостное событие для всей семьи. Поэтому в конкурсе у нас будут номинации, в которых не только мамы могут принять участие, да, но и вся семья. В конкурсе 4 номинации. Первая – «Счастье внутри». Здесь ждут фотографии, отражающие красоту женщины в положении. Вторая номинация – «Семейная. Ожидаем вместе». Снимок должен отражать любовь и заботу близких о маме и малыше. В третьей – «Дыхание ангела» нужно представить фотографии с малышом до года. Последняя посвящена только мамам и их таланту. Мама-искусница, потому что в этот период, в период ожидания, многие мамы вяжут своим будущим малышам что-то, шьют, вышивают, игрушки какие-то изготавливают. Нам бы хотелось тоже, чтобы поделились с нами вот такими замечательными работами, на что вдохновляет женщину период ожидания малыша. Фотография должна быть в формате JPEG размером не менее 1920x1080. Заявки и фоторабы принимают до 24 ноября на e-mail vaskina@mc-sarov.ru с пометкой «Красота в положении». Дополнительную информацию можно узнать по телефону 99108. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.